Минуло 29 лет со дня уничтожения армянами вертолета Ми-8, который был сбит 20 ноября 1991 года над селом Гаракян Хаджавенского района. В результате уничтожения вертолета погибли видные государственные деятели и журналисты страны. Среди погибших – госсекретарь Тофик Исмайлов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, экс-министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джаваров, Велий Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, зав. Отделом аппарата президента журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санал Сириков, азербайджанский журналист Алы Муставаев. Всего в результате крушения погибли 22 человека.